Предпремьерный показ сказки в детском саду номер 246. Часть детей в образах козлят имеется в сценарии и «Серый волк». Это авторская постановка «Как семеро козлят пошли в детский сад». Известная сказка приобрела новый окрас. Идея спектакля оригинальная и создавалась коллективно. Сначала выбираем тему какую-то, выбираем актуальность и придумаем сценарий. Вот к какому концу мы хотим прийти. Ну вот мы захотели, чтобы наши все козлята и все друзья пошли в детский сад. Потому что в детском саде, конечно, это очень весело и дружно. Задействованы ребята старших лет. Ведь непростая задача – сыграть так, чтобы передать характер. И, конечно же, не забыть текст. Но если вдруг такой конфуз случился, на помощь всегда придет педагог. Там воспитатель стоял, который нас учит театральному, он подсказывает, если мы глазиком на него посмотрим. Выступить перед зрителем есть возможность у каждого ребенка. Театральный кружок детского сада включает разные формы. Здесь же имеются и теневые, и пальчиковые постановки. Причем все необходимые игрушки делаются собственноручно, педагогом с детьми. К примеру, для пальчикового театра в ход пошла специальная синельная проволока, из которой сформировали зверят. Театральный кружок, посещая, дети больше развиваются, общаются с детьми, подготавливают вот тексты, заучивают большие, что немаловажно в школе. Мы очень-очень довольны, конечно, этим кружком и, конечно же, будем продолжать, если будет по возможности. Выход к зрителю – это событие для детского сада. Всегда в зале родители и остальные воспитанники. Такие показы устраивают всего несколько раз в год, в 3 премьерных дня. Все остальное время готовятся, а это способствует развитию памяти, речи, навыков общения. Таких важных элементов в жизни маленького человека, который должен вдоволь наиграться перед вступлением во взрослую жизнь. Наталья Кулькова, Игорь Антонов, Телемикс.